Как сообщили в Центре медицины катастроф, после инцидента на газовой заправке к ним обратилось 6 человек. Всем им порядка 35-40 лет. Все сейчас находятся в больнице скорой медицинской помощи. На данный момент госпитализировано 6 человек. 4 человека госпитализированы в отделении в состоянии средней степени тяжести. И 2 человек госпитализированы в реанимационное отделение. Состояние тяжелое, связано с ожоговой травмой и шоком. Процент поражения кожи у пострадавших средней степени тяжести до 10%, а у тяжелых же ожоги тела составили около 30-40%.